Еще год назад этот участок был в частных руках. Вроде бы при хозяине, но, как это часто бывает, стоял брошенный и грязный. Теперь, когда земля перешла в муниципальную собственность, жители 12-го микрорайона следят за порядком каждый день. Очистили от грязи, мусора и прошлогодней листвы. Эта улица центральная, здесь и школа, и детский сад, а потому требуется особенная чистота. Не от случая к случаю, а постоянно. Цветы посажены, деревья все вскопаны, кустарники, подсажены новые еще, цветы подсадили. Вот осталось сейчас теперь. Сейчас только осталось вот побелить. Почти каждый день народ выходит, помогает. Все заинтересованы, чтобы было в каждых дворах красиво, хорошо.